Зареченцы уже привыкли, что госкорпорация «Росатом» выбирает местом для проведения своих фестивалей, выставок и конкурсных программ именно наш город. И это не случайно, ведь с одной стороны здесь созданы хорошие условия для проведения данных мероприятий, а с другой – каждый житель города с удовольствием становится зрителем данных событий. О том, что проходило в Зареченом в этот раз, вы сможете увидеть в нашей передаче. Творчество и мастерство вновь охватило Заречный. На сцене Дворца культуры «Современник» второй раз состоялся межотраслевой фестиваль хореографического искусства «Танцевальный перекресток Росатом». 38 коллективов из разных уголков нашей страны приехали поделиться своими достижениями в танцевальном искусстве. Для участников фестиваля свои двери открыл главный центр культуры города. Дворец культуры «Современник» подал грант в этом году и выиграл грант в государственной корпорации «Росатом». Нас поддержали с нашей идеей и предоставилась возможность провести вот этот фестиваль. География участников значительно увеличилась по сравнению с 2011 годом. Если в 2011 году у нас принимало участие 6 городов, то сейчас, соответственно, 10. Несмотря на то, что наряду с профессионалами выступали и начинающие танцоры, уровень был настолько высок, что первоначально было очень сложно назвать лидеров. Участники с особой серьезностью готовили свои номера и на фестивале выложились на 100%. На самом деле, вот в таком крупном конкурсе мы участвуем в первый раз. Зал принимал нас хорошо. В этот раз очень много у нас конкурентов сильных. Вот, но будем надеяться, что жюри будет благосклонно к нашему коллективу. Мы выступали с двумя номерами – сербским танцем и башкирским сувениром. Мне кажется, мы выступили очень достойно. Я надеюсь, что у нас есть все шансы на победу. Я думаю, что мы займем лучшее место. Однако, несмотря на конкурсную основу и небольшое волнение перед выходом, танцоры выступали легко, с удовольствием и радостью даря зрителю свой номер. В первую очередь мы выступаем для зрителей. То есть мы выступаем не для того, чтобы победить, то есть как бы славу заслужить. Мы выступаем для зрителей, чтобы им было хорошо. Фестиваль назван так не случайно. Перекресток – это место, где встречаются различные стили, разные жанры, направления и города. Программа фестиваля была очень обширна. Оценивались выступления по 4 непохожим друг на друга направлениям. Жюри предстояло посмотреть почти 200 композиций и выбрать лучших. Классический танец является основой хореографии, поэтому первым направлением, представленным на танцевальном перекрестке, стал именно он. Классика позволяет познать все тонкости балетного искусства, почувствовать гармонию движений и музыки. Изящество и грация исполнителей завораживали публику. Следующим направлением на фестивале стало народное. Танец – это олицетворение души. Это самый богатый и древний вид искусства. Очень интересный, многогранный, яркий, несущий в себе огромный эмоциональный заряд. Народный танец является родоначальником всех направлений, которые формировались в течение многих веков на его основе. Это и классический, и эстрадный, и современный танец. Мода и течение времени не смогли повлиять на него, а тем более заставить вовсе исчезнуть с лица земли. На фестивале народный танец был представлен также ярко и полно.
Очень радостно, что люди в нашей стране помнят, уважают и чтят традиции и культуру предков. Приятным сюрпризом стало большое внимание не только к русской, но и к другим культурам. Так, например, коллектив «Лас Розас» представил на фестивале испанский танец. Фламенко вообще собрало все самое лучшее, что есть, может быть, в мире, да, потому что это симбиоз и восточных танцев, и еврейских танцев, и цыганских. Он очень похож на наш цыганский танец. Третьим этапом стал эстрадный танец. Это направление синтезирует в себе самые различные стили. Необычные находки участников и их руководителей сделали эту часть программы очень зрелищной и зажигательной. Это язык, при помощи которого люди выражают свои чувства и эмоции. Движение – это буквы, из которых танцоры учатся составлять предложения. Современный танец – это настоящая загадка, чудо, познать которое может только тот, кто искренне стремится к этому. Он отличается свободой движения, гармоничностью, выразительностью. Именно это направление дает широкий простор для действий и безграничный полет фантазии. Модерн танец – это прежде всего философия глубокая. Это иные формы, через которые идет воплощение идеи, отличные от народного танца, от красоты классического танца. И это наши чувства, эмоции, это целая палитра чувств. У меня лежит душа, мне нравится это танцевать. Я могу все свои какие-то проблемы или мечты, я все могу перенести на танец. Я живу танцем. Мы обе. Тут вот особенная категория танцоров, которые пришли из гимнастики. И вот лично мне хотелось выбрать какое-то направление занятий, которое было бы близко к тому, чем я занималась до этого. Вот. Ну, современная хореография – это как раз именно такое направление. Я тоже. Мне не хотелось работать в таком же темпе, как было раньше. И мне нравится в этом направлении, что полная свобода тела, ты просто вся отдаешься этому. Я не приговорю.
не спал, то спишь, то не спишь, спишь, не спишь, целую ночь вот так, то-то, то так, то это, то-то, раз на раз не приходится, целую ночь спишь, то-то спишь, а то, то-то, а то и совсем не спишь. После завершения конкурсных выступлений по всем направлениям проводились мастер-классы ведущих специалистов в этих областях. На них по-новому разбирались исполнение привычных хореографических упражнений и элементов, а также рассматривались современные методики обучения. Было очень интересно поприсутствовать на таком масштабном мастер-классе. Это колоссальный опыт получить от такого преподавателя какие-то уроки. Очень многому действительно научило, то, что делали те же самые упражнения, но не уделяли столько внимания каждому нюансу. Вот, и было, ну, достаточно много взяла от этого урока. Мастер-класс мне очень понравился. Мы узнали там, как... Мы, конечно, занимались классикой, но все равно это новый опыт, новый педагог, и все равно мы узнаем что-то новое для себя, что-то берем. Как бы что-то запоминаем себе, на заметку берем обязательно. И вот все время пригодится. То есть новый опыт, новые впечатления. Очень сложно. Совершенно другой подход, совершенно другая манера. Нас учили немножко по-другому. И, ну, я довольна полностью то, что я сейчас узнала. Для меня открылся новый большой мир. Итоги фестиваля подвели перед грандиозным гала-концертом, куда вошли лучшие номера коллективов-победителей. Всем были вручены памятные подарки от государственной корпорации «Росатом». Приятно отметить, что коллективы города Заречный выступили также очень достойно. Мы представили коллективы разного возраста. Это и младшие дети, и средние, и старшие, и наши, ну, взрослые коллективы, уже взрослых людей, вдохновение, оптимисты представили. Это люди уже пенсионного возраста, но они замечательно выглядят, прекрасно на сцене держатся. То есть я считаю, что Заречный представлен полно, объемно и емко. Фестиваль очень хороший, мне понравился. Понравилась организация фестиваля, понравилось сильный, очень коллектив сильный. Есть с кем соперничать. Что меня поразило вот именно на этом фестивале, что очень много счастливых детей на сцене. Нет вульгарных номеров. А большое спасибо всем коллегам, всем педагогам, которые работают с детьми, потому что через танец мы показываем детям короткий путь к счастью. Это незабываемое путешествие в необычный мир. Мир, где не нужны слова, где одно движение может рассказать целую историю. Танец – это новый взгляд на многие вещи. Он может объединить совершенно разных людей, исцелить душу, освободить сознание, сделать человека лучше, мудрее, а может быть, даже счастливее.